Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать о жидкости для мытья посуды от Атоми. Она очень нежная для рук, полностью растворяется в воде, содержит только натуральные природные чистящие элементы, обладающие также антибактериальным свойством. Я покупаю его вот в такой бутылке на 1 килограмм. Мне ее хватает на 6-8 месяцев. Я разбавляю его с водой, один к одному или иногда один к трем. И использую также спонж от Атоми. Очень классный спонж, трехслойный, каждый слой антибактериальный. Есть такая классная дырочка внутри, которая позволяет воде очень быстро стекать со спонжика, чтобы он остался сухим. Также я использую натуральные перчатки из латекса от Атоми. Итак, что же я делаю с этим прекрасным средством? Во-первых, я мою мои грязные тарелки. Во-вторых, я мою свои фрукты и овощи. Он прекрасно убивает пестициды и другие патогены, которые находятся на поверхности наших овощей и фруктов. Не повреждая их, не добавляя никакие химикаты внутрь самого продукта. Просто добавьте столовую ложку этого средства на тазик водички и положите в чуть тепленькую водичку где-то на полчаса. И он прекрасно очищает яблоки, апельсины, другие фрукты. Еще я делаю много разных других полезных вещей с этим продуктом. Например, использование номер 3. Я мою им свою машину. Он очень безопасен для разных материалов и очень нежен для рук. Теперь переходим в мою ванну. Вот, использование номер 4. Я мою с помощью этого средства кафель и ванную, потому что она прекрасно расщепляет жиры, при этом не повреждая ванную. Эта ванна сделана из пластика, поэтому нужно аккуратно относиться с разными средствами, поэтому это средство подходит идеально. И даже иногда я могу его использовать как порошок для стирания, для нежных вещей, которые нельзя стирать в стиральной машинке. Вот такие 5 способов использования этого продукта. Надеюсь, мое видео вам пригодилось. Хорошего дня, пока!